Звучание буквы «С» не вызывает раздражения. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Буква «С» в имени говорит прежде всего о стремлении к стабильности и материальной обеспеченности. Это прирожденные стражи закона и порядка, стремящиеся принять участие в построении лучшего и более справедливого мира. Этим людям нужно быть в центре внимания, но при этом они дружелюбны. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. Обычно носителю этого имени удается реализовать задуманные благодаря своему терпению, трудолюбию и выдержке. Такие люди ради благих намерений могут решиться даже на ложь. Бывает со склонностью к внутренней противоречивости мировоззрения. Например, имеет способность приврать, пустить в дело якобы необходимую ложь с самыми лучшими намерениями, к примеру, чтобы сделать людей счастливыми. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Все люди с этим именем не очень склонны к практичности. Духовная сторона для них важнее материальной. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Люди с буквой «С» в имени часто в зависимости от обстоятельств меняют свои поставленные цели. «И» в значении буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.